بدور في السماء طلعت علينا بطيبة فارتوينا واكتسينا هم في الأرض نور أي نور هم حصن به نحن احتمينا هم حصن به نحن احتمينا رسول الله أهداهم ضياء وأهدانا الصحابة فارتقينا وأهدانا الصحابة فارتقينا أنوار الأرض هم حصن به نحن احتمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Этот светоч, о котором мы поговорим в этой серии, до своего принятия ислама был одним из самых враждебных по отношению к мусульманам многобожников. Его звали Сухейль ибн Амр аль-Амири. Мы говорили о его сыне на прошлой серии, а сейчас поговорим о самом Сухейле. В сражении при Бадре он участвовал на стороне многобожников. Он сражался с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и попал в плен. Тогда Умар хотел выбить ему два передних зуба, но пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты не знаешь, Умар, возможно, когда-то он сделает нечто, что тебя обрадует». Сухейль был представителем мушриков при заключении Худайбийского мирного договора. Он поставил пророку Мухаммаду условия: «Если кто-то из вас придет к нам, если кто-либо из вас перейдет на нашу сторону, мы вам его не вернем. А если к вам перебежит кто-то из нас, вы будете обязаны возвратить его нам». И пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, согласился на это условие. Сподвижники удивились и не могли понять, как он может согласиться на подобное условие, которое отвечает только интересам неверующих. Но пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, подтвердил его, сказав, что пусть Аллах отдалит от своей милости того из мусульман, который перейдет на сторону мекканцев. Он сказал: «Я прошу Всевышнего Аллаха сделать облегчение и выход для тех из них, кто захочет прийти к нам». Сухейль продолжал оставаться на своем пути, на пути заблуждения, грехов и ширка. И он был очень упрям. Через год после Худайбийского мирного договора пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, отправился на умру. Сухейль в тот момент находился вместе с мушриками. Он наблюдал за пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и ждал, когда уже пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, уйдет из Мекки. То есть он искал любую причину, чтобы повоевать с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы сражаться против ислама. Прошли дни, о которых они договаривались, и он сказал пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует: «Твой срок по договору истек, выйди из нашего города». И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Билялю сообщить мусульманам о том, чтобы они не оставались в Мекке после захода солнца. Таким было положение Сухейля. Он сражался с этой религией, сражался против ислама, так, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, даже говорил: «О Аллах, прокляни Сухейля ибн Амра». Всевышний Аллах сказал: «Сражайтесь с предводителями неверия». Абдулла ибн Умар говорил: «Предводителей неверия было много», и он упомянул их имена, и в том числе среди них был Сухейль ибн Амр. Таким он был. Посмотрите, все эти многобожники, неверующие, кафиры, лицемеры или ненавистники ислама, прилагают всевозможные усилия для того, чтобы воевать с этой религией. То есть, не ожидая от них, что они оставят нас в покое. Такие уж они. Это началось еще при жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и вплоть до наших дней. До нашего времени они все пытаются отдалить нас от религии. Так что случилось с Сухейлем ибн Амром? Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, отправился на завоевание Мекки. По дороге он сказал: «В Мекке есть 4 курайшита, которые, я надеюсь, оставят ширк и примут ислам». И среди этих людей он перечислил Сухейля ибн Амра. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, прибыл в Мекку, освободил ее. После того, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из Каабы, он сказал перед собравшимися курайшитами, он сказал им: «Как вы считаете, что я с вами сделаю?» Сухейль ибн Амр ответил: «Мы ожидаем от тебя добра, о великодушный брат и сын великодушного брата». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я скажу вам так, как сказал Юсуф своим братьям. Сегодня вы не услышите упреков. Ступайте, вы свободны». Таким он был. Он пощадил их, и Сухейль ибн Амр пошел вместе с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. На тот момент он еще не принял ислам. Он шел с ним, пока не дошел до Аль-Джи'раны, и там он принял ислам. Там Аллах раскрыл его сердце. Этот человек был одним из лидеров неверия. Его проклял пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он пытался воевать против пророка Мухаммада при любой возможности.
когда появлялся такой шанс, где бы он ни был. И вот теперь он заходит в ислам. Аллах Святой и Велик наставил его на прямой путь. Чему это нас учит? Тому, что каждый может получить наставление на прямой путь. Пока человек еще ходит, пока он жив и получает свой удел, не говори: «Все, Всевышний Аллах никогда не наставит его». Ты этого не знаешь. Ведь сколько было таких людей, предводителей неверия и многобожия. Они сражались против ислама, а потом стали мусульманами. Сухейль принял ислам. Аллах раскрыл его грудь, и наставление на прямой путь приходит от Всевышнего Аллаха. Не от меня, не от тебя. У нас нет права говорить: «О, такого-то человека Аллах может наставить, а такого-то никогда». Наставление на прямой путь только от Аллаха Святой и Велик. Сухейль зашел в ислам, и Аллах раскрыл его грудь. Он был из тех людей, чьи сердца хотели завоевать и склонить к исламу. По завершению газавата при Хунейне, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, дал ему и другим, недавно принявшим ислам людям, по 100 верблюдов. Ансары удивились такому решению, но пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, спросил их: «Неужели не согласились вы на то, чтобы вернуться домой с посланником Аллаха, тогда как другие будут возвращаться с овцами и верблюдами?» И они ответили: «Конечно, о посланник Аллаха». И Сухейль был одним из тех, кого хотели больше склонить к исламу. Однажды Сухейль услышал слова Аллаха Святой и Велик: «Твой народ счел его, то есть Коран, ложью, хотя это истина. Скажи: я не являюсь вашим попечителем и хранителем». Он сказал: «Если бы я услышал и осознал этот аят в Мекке, я бы зашел в ислам». Посмотри, когда кто-то далек от Всевышнего Аллаха, он может грешить. Существуют аяты и хадисы. Если бы мы прислушались к ним нашими сердцами, а не ушами, мы могли бы покаяться и обратиться к Всевышнему Аллаху и как-то измениться. А то мимо нас проходят аяты, хадисы, но мы не слышим их нашими сердцами. Как Сухейль, например, говорит: «Если бы я раньше услышал и осознал то, что услышал сейчас, я бы давно оставил неверие и принял ислам». Таким было положение Сухейля. Мы продолжим рассказ о нем после короткого перерыва. После того, как Сухейль ибн Амр был мушриком, многобожником, он стал мусульманином. Он устремился к совершению благих дел, чтобы компенсировать свои былые ошибки. Он говорил: «Не было такой ситуации, когда я был на стороне мушриков, кроме как потом у меня была сходная ситуация, когда я был уже с мусульманами. И столько же, сколько я расходовал, будучи с мушриками, я израсходовал потом с мусульманами». Мы тоже должны следовать такому пути. То есть, взамен каждого реала, который я расходовал на что-то запретное, после своего покаяния я потрачу столько же, но теперь все в повиновении Аллаху. Какой бы грех я ни совершил, после покаяния перед Всевышним Аллахом, я постараюсь сделать нечто большее и лучшее, проявляя покорность Аллаху. Так следует поступать тому, кто искренне покаялся перед Аллахом. На прощальном хаджи Сухейль был рядом с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотри, субханаллах, на той первой умре он не мог дождаться, когда можно будет выдворить пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки. А сейчас он совершает хадж вместе с пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Он привел пророку Мухаммаду жертвенного верблюда. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, зарезал его. Затем позвал цирюльника, тот побрил его. И тогда Сухейль взял волосы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и положил их себе на глаза. Увидев это, Абу-Бакр сказал: «Субханаллах, я помню, как Сухейль отказывался написать с именем Аллаха Ар-Рахмана Ар-Рахима на Худайбийском договоре. А сейчас он делает так? Посмотри, как Всевышний Аллах наставляет на прямой путь. Аллах Святой и Велик обращает человека из одного состояния в другое. Он обратил Сухейля из многобожия к вере, исследованию пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. После того, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, и арабы стали отступаться от ислама, положение курайшитов, которые приняли ислам в Мекке, было неопределенным. То ли они выйдут из ислама, то ли нет. Тогда перед ними встал Сухейль. Он был опоясан мечом. Затем он сказал, он произнес такую же речь, что и Абу-Бакр в Медине: «Кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад умер, а кто поклонялся Аллаху, пусть знает, что Аллах живой и не умрет». Затем он сказал: «Воистину Аллах объявил о смерти вашего пророка, когда он еще был жив и находился среди вас. И он также сказал о вашей смерти и сказал, что поистине ты смертен и вы все смертны. Аллах также сказал: Мухаммад является всего лишь посланником, до него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?» Также он сказал:
каждая душа вкусит смерть. Затем Сухейль сказал: «Бойтесь Аллаха, проявляйте терпение и будьте стойкими». Услышав эти великие слова, курайшиты решили дальше придерживаться ислама. Когда до Умара дошли эти слова, он сказал: «Свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха. Это то, что нам пообещал Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, когда сказал, что однажды Сухейль скажет нечто, что нас обрадует». Таков истинный и правдивый ислам. Искреннее покаяние перед Всевышним Аллахом. Однажды в годы правления Умара ибн аль-Хаттаба к его дому пришли лидеры мушриков. Те люди, которые раньше были мушриками и поздно приняли ислам. Они подошли к дому Умара и попросили разрешения войти. И рядом с ними стояли Сухейб и Аммар, люди, которые считались слабыми и невлиятельными в эпоху многобожия. То есть до хиджры. Первыми Умар позвал к себе этих людей, Сухейба и Аммара, а курайшитским лидерам он не разрешил зайти. Тогда некоторые из них удивились, а другие почувствовали досаду. И Сухейль сказал им: «Если хотите злиться, злитесь на самих себя. Ведь и их призывали к исламу, и вас, только они поспешили принять его, а вы медлили». Затем он сказал: «Так как они опередили вас, вы не сможете достичь того же, что и они, кроме как с помощью джихада. Может быть, Аллах дарует вам смерть шахида на пути Аллаха». Он осознавал их упущение. Он говорил, что они опередили нас, а мы опоздали. Так как же теперь мы можем их критиковать? Они же лучше нас. Так он говорил. После того, как Всевышний Аллах наставляет кого-то, этот человек сильно меняется. Он осознает свою истинную сущность. После того, как Сухейль принял ислам, он много молился, постился и много раздавал милостыню. Он много плакал, когда слышал Коран. Однажды он сказал: «Воистину, посредством этого ислама Аллах возвысил людей, которые до ислама ничего из себя не представляли. Я помню мою семью, когда она приняла ислам, а я упрямился. И, возможно, Аллах ответил на их мольбы и укрепил меня, и я принял ислам. А мои сверстники и друзья умерли на неверии и многобожниками». Он вспоминал, какие действия он предпринимал против пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и против ислама. Он думал о них, воскрешал свои воспоминания, размышлял о своих грехах. Он был искренен перед Всевышним Аллахом в своих делах и благодеяниях. Абу-Бакр побудил людей отправиться на сражение, сражение с византийцами. И Сухейль поехал в Шам, сказав: «Клянусь Аллахом, я не вернусь в Мекку. Я останусь там, охраняя мусульманские границы до самой смерти». Взгляни на его искренность. Посмотри, как он стремился к Аллаху святу на вели. И он на самом деле оставался там, пока не умер в 18 году по хиджре от чумы Амваса. Он умер, будучи мурабитом на пути Аллаха. Он ждал. Он искал возможности умереть шахидом, и Всевышний Аллах даровал ему такую смерть. Такой может быть искренность после грехов. Сначала ошибки и грехи, а потом исправление и праведность. Я прошу Всевышнего Аллаха воссоединить нас с ним и с пророком Мухаммадом. Да благословит его Аллах и приветствует. На этом все, и Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. السماء طلعت علينا بطيبة فارتوينا واكتسينا هم في الأرض نور أي نور هم حصن به نحن احتمينا هم حصن به نحن احتمينا رسول الله أهداهم ضياء أهدانا الصحابة فارتقينا وأهدانا الصحابة فارتقينا أنوار الأرض أنوار الأرض أنوار الأرض هم حصن به نحن احتمينا